Ну-ка, скажи мне, 15 тысяч человек. Это много или мало? Открывайте вагоны! Не говори ничего. Для одного участка фронта это может быть и много. А для страны? Мне нужен Котов, капитан. Где он находится? В Цитадели! Это пекло, это мясорубка! Это настоящая фабрика смерти! За руку, Котов! На примере этих 15 тысяч мы дадим урок остальным миллионам. Заставим их проснуться и понять, что у нас только одна дорога. Дорога к победе. Вперед! Вперед! Куга! Вперед! Почему без команды? Я рассказал Марусе, как ты их всех предал. Что? Маруся знает о твоих показаниях против нее. Она жива? Жива. Еще как жива. Как ты вообще смел сюда прийти? Ты, который в ад меня бросил, который дочь нашу предал и убил. Это будет страшная атака, я согласен. Никаких приказов ставки не будет, Кодова. Ни письменных, ни устных. Всю операцию, Кодова, ты возьмешь на себя.